Тем временем три туриста спустились вниз самостоятельно, но на склоне осталась одна девушка. Через некоторое время ее обнаружили спасатели горной карусели и вывели в безопасное место. Но вот выехавший навстречу туристам сотрудник горного курорта так и не вернулся и на связь не вышел. К поиску привлечены кинологические расчеты и беспилотная авиация. Сохраняется вероятность повторного схода грунта, продолжается камнепад, что осложняет поиски.